Все предсказания Ванги, которые можно найти в сети, достаточно туманны, но многие из них совпадают с действительностью. Болгарская ясновидящая говорила о многом и о мировых событиях, и о войне в Украине. Предсказания Ванги на будущее приводят любого человека в смятение, ведь довольно сложно правильно толковать пророчества. Однако великая прорицательница в свое время сказала, что война в Украине продлится около 2 лет, а закончится, когда на трон взойдет 8-й. Более подробных предсказаний нет, поэтому до конца не ясно, кто этот человек и когда именно наступит конец. Некоторые историки предполагают, что это может быть 8-й по счету президент Украины, но твердо заявить об этом никто из них не готов. Другие толкователи утверждают, что воспринимать пророчество Ванги буквально не стоит. Многое из этого, о чем она говорила, сбывалось косвенно. Соответственно, нет никаких гарантий, что войну остановит именно президент какой-то из стран. Возможно, произойдет что-то из ряда вон выходящее, о чем люди пока даже не догадываются. Болгарская ясновидящая видела не только то, как закончится война в Украине, но и перемены на планете в целом. Одно из пророчеств говорит о том, что Россия, Индия и Китай объединятся, а в оборот войдут красные деньги. Большая часть мира будет порабощена красным драконом. Но что конкретно значит каждое из этих пророчеств и можно ли считать их достоверными, неизвестно. Также Ванга считала, что планету ждут серьезные катаклизмы, наводнения и землетрясения, вспышки эпидемий опасных заболеваний. Население уменьшится из-за какого-то масштабного всемирного конфликта, очень важного, по ее мнению, а также из-за многочисленных войн, которые приведут к техногенным катастрофам и человеческим жертвам.